7 августа стартовала летняя педагогическая школа для студентов будущих педагогов. Второй год этот проект проходит в рамках 8-го международного фестиваля школьных учителей. Уникальный формат совместной работы объединил студентов университетов Беларуси, Глазова, Ижевска и Лабужского института КФУ, а также педагогические колледжи Татарстана. Мы своеобразный проект составляем. Они защищать, в частности, будут сегодня защищать вот его. Суть его заключается в том, что они показывают, как они себе представляют организацию с детьми проектной деятельности. Это очень важно, сложно, потому что этому еще пока никто не учит. И новые примерные программы общеобразовательные для школ предполагают, что по всем предметам и в начальной школе, и в основной общеобразовательной, в школе средней, должны выполняться детьми проекты. Модераторами выступили ученые и практики России, Белоруссии, США и Германии. У студентов есть возможность не только разработать инновационные проекты, но и опробовать их на одаренных школьниках. Формы, которые используют в Германии, мы должны их перенимать, мы должны как-то модерировать, изменяться, видоизменять, потому что дети, на самом деле, они вырастают сейчас совершенно не такими, какими даже были мы в свои годы, да, а совершенно другие. Им нужно немножко все по-другому предоставлять. Поэтому нужно учиться, перенимать знания и только идти вперед. Аурелия Сташкова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз.